Выходят наши девушки со штрафных кругов на дистанцию. Динара четвертая. За ней Кинга Сбылит, Эмма Нильсон и Наталья Юрчева из Чехии. Дальше Олег Игрушный, Асес Креде. И Хлоя Шевалье входит в число чертовой дюжины сильнейших. На подъеме очень активно, очень активно атакует Динара Олимбекова. Давайте поддержим ее. Очень Чего ты пытаешься отыграть вместо позиции на трибуне 16-й? И вот он уже готов.
Секунды, еще один трубецкий, два изложения, стоя, но не сама.
радуйтесь.